Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В правоохранительные органы обратился курянин с заявлением о факте обмана продавцом агрегатов для мототехники. Как установило следствие, схема мошенничества оказалась классической. Некий мужчина размещал на сайтах объявления о продаже запчастей, списывался с потенциальными клиентами, получал оплату и испарялся. Пообещал сделать все фото, сделать все, отправить номер накладной. Отправить фотографии с транспортной компании. Ну, человек, в принципе, присылал все. Прислал фотографию о том, что он отправляет двигатель в транспортной компании. Прислал номер накладной. Все. Ну, проходит там 2 недели. Я приезжаю на транспортную компанию. Получаю посылку. Радостный, довольный. Вскрываю ее, а там оказывается хлам металлолома. Полицейским удалось установить нечестного на руку продавца. Им оказался 27-летний житель Брянска, неоднократно судимый за различные имущественные преступления. В ходе проведенных оперативных и следственных действий установлено и задержано лицо, которое совершило указанное преступление. В дальнейшем была доказана причастность фигуранта к аналогичным преступлениям, совершенных на территориях других регионов Российской Федерации. Полиция Курской области. И зачем вы что делаете хотели? Здесь, в городе Курске? Гуляю. Правоохранители задержали мужчину в Курске, куда он прибыл меньше месяца назад и проживал на съемной квартире. За что задержаны, знаете? Нет, понятия не имею. Какими-либо запчастями торгуете? Ну, приторговал немного. Объявление давал на сайт? Конечно. В полицию ежедневно обращаются граждане, которых обманули. Поэтому сотрудники полиции рекомендуют серьезно относиться к покупкам и приобретать товары в проверенных магазинах, где вы можете убедиться в наличии и качестве продукта. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.